Видео представлено сайтом online-gdz.net. Алгебра Макарыча, 7 класс, номер 935. Представьте в виде произведения y в кубе минус y в пятой степени. Согласно свойству степеней, выносим с наименьшим показателем и остается в скобках разность 1 минус y во второй степени, потому что при умножении степеней с одинаковым основанием степени складываются, а 3 плюс 2 как раз будет 5. В скобках получилась разность квадратов. Раскрывая ее, мы получим такое произведение. Y в кубе умножить на 1 минус y и умножить на 1 плюс y. Пример b. 2x минус 2x в кубе. Снова общий множитель 2x. В скобках остается 1 минус x квадрат. Раскрываем таким же образом формулу разность квадратов. И наши множители такие 2х, 1 минус х и 1 плюс х. 81х квадрат минус х в четвертой степени. Х в квадрате это 81 минус х в квадрате. Раскрываем формулу, получаем произведение. Х квадрат умножить на 9 минус х и умножить на 9 плюс х. Четвертый пример. 4y в кубе минус 6y в пятой. Выносим за скобки такой общий множитель. 4y в третьей степени. В скобках остается разность квадратов. 1 минус 25y в квадрате. Произведение примет вид. 4y в кубе умножить на 1 минус 5y и умножить на 1 плюс 5y. Больше видео подписывайтесь на наш канал, посещайте наш сайт.